Итак, Михаил Леонтьевич, мой первый вопрос сразу про вертолет. Как вы думаете, а почему в самом начале эта идея не пользовалась популярностью? Ну, это долгий разговор. В 30-е годы геликоптеры держались на энтузиастах. Камов, Сикорский, конечно. Миль? Да. А я что, рыжий, что ли? Красавица какая, Танечка. Райс. Не то слово. Давайте знакомиться. Камов Николай Ильич.